любишь меня? Конечно! Какие вопросы? Я расплываюсь в улыбке, как дурак, как шоколадка на лобовом окне. Доброе утро. Мы проснулись. Вчера влог я не вела. А сегодня мы едем на природу. Решили с Игорем вообще спонтанно. Саша смог нас отвезти, поэтому едем. Там-то погода портится. Мы к выходным хотели, то неизвестно, Данил с Настей вообще смогут. Мы решили рвануть сами, а там будет видно. Саша опять за нами приехал, у нас опять куча вещей. Все как всегда, в принципе. Я сегодня себе забабахала синие стрелки. Мне очень нравится. Вот, но в принципе так, ничего такого нового. Особо не выспались, рано встали. У нас вот 9, мы встали в 7 с лишним. Саша идут с Игорем все грузить. Он горит у нас. Жестко. Чего дым валит вообще. Даже машины. Ок. А чего крыша может загореться? Фигеть. Забрал наши вещи. Представьте, проезжаем, а тут все стоит уже. Да, Игорь? Игорь, приехали, а тут уже все стоит. Mm-hmm. Да не, мы приехали, быстро все начали ставить. Забыли много этот раз, чего одеяло, блин, забыли, в котором у нас, ну, типа, обычно холодильник сделан. Пришлось взять одеяло, которое мы брали в палатку. Плюс что-то еще забыли, я уже не помню. Ну, так вот поставились. Там люди, конечно. Вот. Столик тут. Стульчики, палатка, тут у нас холодильник и чуть-чуть еда. Накрыли, все закутали. У нас этот раз плохо вода заморожена. Что-то как-то мы как будто будем париться без холодной воды. Крем. Идем купаться. Тут все размазалось хорошо. Единственное, что вода как будто начала чуть-чуть, ну, зеленеть. Цветет, наверное. А так супер. Ну, пока незначительно. Отдыхаем. Сейчас будем кушать. Мы себе на перекусик, на утренний, так скажем, взяли это блинчики. Игорь вчера взял. Блин, я ноги натерла, когда мы на Волгу ездили. Шлепку, ну, у меня так болят, жесть. Перекус на блинчики. Мы завалились, поспали чуть-чуть. Но очень жарко, душно. Прям так у нас время. Жаришь. Мы накупались опять. Вот, и поели, посидели на пляже дыньку, вообще такая вкусная, мы дыньку брали на рынке. А сейчас Игорь собирает мангальчик и хочет пожарить рыбку на костре. Он себе взял кусочек, а я взяла сардельки. Я рыбу не очень красную, вот, так что сижу, пока отдыхаю. Горюшка там уже все собирает. У нас были тут люди, уехали, только на том же берегу есть слышно их, а так никого нет, мы одни. О, песок. Ребят, честно скажу, сегодня постараюсь снимать поменьше и реально прям отдыхать. Вот взяла с собой книгу и сканворды. Хочу поразгадывать. Игорь сейчас будет разжигать. И реально не всегда хочется прям нон-стопом снимать и снимать. Хочется и отдыхать тоже. Как вкусно. Игорь мне тут сардельчик нажарил, себе рыбку жарит. Вкусняшка Игоря готова. Такая сочненькая. У нас тут самолетик летел. И шпикачку захомячила уже. У нас тут еще там пацаны приехали, какие-то купаются. Жара. Так, ну что, мы тут все купаемся. У нас уже солнце село. Да, Игорь так загорел. Вот, повернись боком туда. Видно, как от очков. Жесть. Я сейчас замерз. Самолет. Красивый. Сидим на бережку. Думаю, что это такая вся нога в ранах. У меня у самого вот эти так эти болят мозоли. У меня надо нога как шляпа. Когда на Волгу ездили. Тут так чисто, очень хорошо, но когда ты глубоко сидишь, там вот эта вот земля такая черная идет. Видите, как красивый закат вообще, красота неба. Водах обитает акула. Она это я. Иди снимай купальник. Прохладно уже очень. Котик, как тебе водичка? Хорошенькая. Классно, да, красиво так.
Тут компания приехала, музычку включили, подходит, говорит, не мешает. Мы говорим, да нет. Не знаю слова. Игорь, ты слышишь на меня? Вечная история. Двигайся, Таня. Зажигай, Таня. Таня смотрит меня. Всем Таням привет. Так, у нас тут вечерняя рутина. Оделись. Комары у нас начались. Где следующая другая коробка? Другая коробка. Да, вон там она, по-моему. Дорожка тут гирлянду включает. Красота у нас тут. Помнишь, что ли? Не, не помню. Ну что? Не помню, котик. Там, значит. Нету? Гирляндочки у нас. Тут, Игорь, хочется зажечь просто костерчик, чтобы комаров, так скажем, разогнать чуть от себя. То прям очень много тут. Накупались, ходили, купались уже вот так вот темно. Все уехали у нас. У нас еще луна там красиво зашла. Почти полнолуние скоро. Ну вот я тоже тут сижу. Жду, когда Игорь делает костер, мы маршмеллоу поем. Да. Голова мокрая. Комары, комары, видите? Вон у нас там луна. Только у меня, видите, что из-за этих... Из-за стекла защитного отражает. Там вот луна у нас. Костерчик. А, огонь такой, жар. Какая красота за нами. Грифа.